За последние полгода мы видели, как прежде всего в пиар-плоскости значительно нагнеталась ситуация со стороны Российской Федерации. Началось все с того, что Россия фактически бросила в адрес Соединенных Штатов Америки и НАТО абсолютно недопустимый меморандум о нерасширении НАТО. Это, по сути, оскорбительный документ, поскольку Россия не имеет никакого права принимать решения за НАТО о вступлении или не вступлении третьих стран. Точно так же, кстати, как НАТО не может диктовать России, расширять ОДКБ, принимать новое государство ОДКБ или нет. То есть это абсолютно противоречит логике международных отношений. Поэтому Россия сознательно нагнетала за последние несколько месяцев ситуацию вокруг границ Украины, пытаясь имитировать наступательные действия, пытаясь вызвать ответную реакцию Запада. Собственно, Россия получила ответную реакцию Запада, а Запад завелся в лице своих дипломатов, экспертов, и мы увидели фактически ударную разгонку пиара со стороны двух сторон. И, в общем-то, эта ударная разгонка пиара, она, конечно, каждому использовалась с точки зрения своей личной капитализации на очень высоком уровне. И, безусловно, здесь была и борьба за миротворца, кто же остановит российского агрессора на пути продвижения в сторону Украины. Это, собственно, пальма первенства. Она по-прежнему разыгрывается между президентом Байденом, президентом Макроном, премьер-министром Борисом Джонсоном и так далее, и так далее. То есть претендентов на эту пальму первенства достаточно много. Но мы видим, что Россия постепенно в пиаровском смысле она снимает свою агрессию. И, конечно, вот эта пиар-пропаганда, которая раскручивалась на российских пропагандистских каналах, она постепенно свертывается. Очевидно, что Россия не готова к полномасштабной войне против Украины, просто потому что для России эта война, она принесет очень много потерь, десятки тысяч раненых и убитых российских военных на украинской территории. Однозначно Россия столкнется с этим случаем нападения полномасштабного на Украину. Надо сказать, что украинская армия существенно отличается от той украинской армии, которую мы имели 8 лет назад после президентства Януковича. У нас фактически не было армии. За 8 лет у нас армия появилась. И, конечно, сейчас Россия, я более чем уверен, не решится на полномасштабную военную агрессию против Украины, потому что очень сложно будет объяснить россиянам, на каком основании Россия вдруг вторгается в соседнее независимое государство, на каком основании россияне убивают украинцев. Я думаю, что для Путина это станет просто началом конца его правления. Поэтому я думаю, что то, что Путин делал за последние месяцы, это не более чем такой оголтелый пиар, к которому впоследствии подключились и западные лидеры. Пане Михайло, але є нагальні проблеми. Це про навчання Росії в Чорному морі і фактично перекриття, повне перекриття проходу через Керченську протоку, через те, що окупація Криму, а Україна і так не контролює. Да? До того Керченська протока України все ж таки контролювалася. Тепер вони проводять навчання так. От експерти, які слідкують за морем, от Андрій Клименко каже, за 8 років такого не було. От у нас можете бачити карту, і по тому, як вони проводять навчання, Україну в Чорному морі затискають до берегів. В принципі, теоретично можна вздовж румунського і болгарського берега пройти до Босфору, якщо ну там дуже-дуже і це обхідні шляхи. А порти в Азовського моря, якщо ми кажемо про Маріуполь, такі промислові великі порти про Бердянськ, вони повністю ми опиняємося в ситуації озера, коли торгівля через Керченську протоку неможливо. І от на цьому тлі, коли нібито Росія там пом'якше або проводить деескалацію, але війни не відбулося, якби світ ну починає якби не помічати це. Да? Ну, слава Богу, війни нема. А те, що перекриті порти і економічно Росія дотискає Україну ну, в морі, на це вже будуть зважати, чи на це світ вже не буде зважати, і це внутрішні проблеми України, з якою вона залишилася сам на сам. Вы знаете, 8 лет назад, когда Россия оккупировала и аннексировала украинский Крым, мы увидели, что, к сожалению, при всем уважении к нашим западным партнерам, которые очень много делают для Украины, вооружают Украину, финансово поддерживают Украину, тем не менее мы увидели, что наши западные партнеры
Они не готовы идти до конца в процессе отстаивания украинской территориальной целостности и независимости. И это абсолютно точно, и можно понять наших западных партнеров, потому что своя рубашка всегда ближе к телу, и западные лидеры, они прежде всего отвечают перед своими избирателями, им избираться не в Украине, а избираться у себя дома. И для граждан Европейского Союза та агрессия, которую развязала Россия, она воспринимается не настолько остро, как нас, равно как для нас, не настолько остро воспринимается ситуация в Сирии, как для сирийцев. Поэтому ту эскалацию, которую сейчас Россия проводит возле морских границ Украины, она недопустима. Конечно же, необходимо настаивать на международной реакции. Опять же, Россия занимается просто психологическим давлением и шантажом, поднимает ставки для того, чтобы эту карту разыгрывать на переговорах. Но это стандартное абсолютно поведение России. Россия себя ведет просто фактически как мошенник, который пытается с разных сторон обложить своего контрагента с тем, чтобы выводить у него хоть одну копейку. Вот этим занимается фактически Россия. И я бы воспринимал эти действия не как подготовку к, скажем, военно-морской агрессии, а как попытку выводить для себя какие-то альянсы и какие-то уступки со стороны Запада. А якщо ми все ж таки, там, можливо, рано ще говорити, відчуваємо пом'якшення навколо цієї там ескалації, далі як Росія буде з цього виходити? Вона просто відведе з часом війська від кордону, чим ми будемо так в такому на такому тлі залишатися? Часом відвела, потім часом підвела, і це буде більш-менш постійно, до чого треба звикати? Чи все ж таки буде якесь серйозне відведення і якась стабілізація цієї ситуації? Знаете, один общественный деятель в России, не к ночи будет помянутый, когда-то сказал, что не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Вот не важно абсолютно, что происходит, важно, как это преподнесут средства массовой информации. Это касается абсолютно всех стран. А средства массовой информации на Западе могут преподносить уход Путина от украинских границ как собственную победу Макрона, собственную победу Байдена, Джонсона и так далее. И российские пропагандистские СМИ, они смогут преподносить ситуацию, как бы она ни сложилась, в реальности с выгодой для непосредственно президента страны-агрессора господина Путина. Поэтому вне зависимости от того, как эта история будет развиваться, я вас уверяю, что российские пропагандистские СМИ сделают все, чтобы представить в любом случае эту ситуацию как победу президента страны-агрессора господина Путина. Кроме того, мы уже видим, что Путин фактически проиграл и ни на одну уступку по требованию Путина Запад не пошел. Но Запад же не может тоже сказать о том, что Путин проиграл вчистую, поскольку Путин Западу тоже необходим как враг, необходим как некая точка опоры для проведения политики, евроатлантической политики. И Путин этим пользуется, поскольку никто не говорит о том, что Путин тотально проиграл. И, конечно, его пропагандистские СМИ будут раскручивать победу Путина и то, что он якобы добился тех целей, которые перед собой ставил. На самом деле мы увидели, как Россия фактически проиграла абсолютно по всем статьям, Запад не пошел на ее уступки. Чи можна казати, що світові табори вже визначилися, табори протистояння, західний табір, які були протиріччя часу між Старою Європою і Сполученими Штатами, західний табір єдиний і табір Росії, Китаю після там спільної заяви Сі Цзіньпіня і Путіна, це вже теж оформлений якийсь табір, чи не можна про це говорити ще зарано? Вы знаете, тут очень важно не упрощать ситуацию, поскольку нет понятия коллективного Запада. Это понятие, которое мы как бы для себя придумываем, поскольку мы для себя определили вот как приоритет внешней политики страны евроатлантическую интеграцию. Запад, он неоднороден, он не монолитен. Мы видим, что Германия и Франция нетрадиционно более лояльны к Российской Федерации. Мы это видим даже исходя из риторики. Послушайте, вы видели пресс-конференцию Макрона и господина Путина, и при всем уважении к президенту Франции Макрону, это действительно очень серьезный политик на европейском континенте, но
когда Путин при президенте Макроне рассказывал о государственном перевороте в Украине и последовавших действиях по оккупации России украинского Крыма, и Макрон на это никак не отреагировал, по сути, либо отреагировал очень вяло, но это вызывает удивление. Поэтому, еще раз, Запад неоднороден. Прибалтийские государства, Польша, испытывают одну, Чехия испытывает одну позицию в отношении России. Страны старой Европы испытывают более лояльную позицию в отношении и лояльные чувства в отношении России. Поэтому я бы не говорил о том, что сейчас сложился некий биполярный мир, когда есть, с одной стороны, ось Пекин-Москва и противостоящая этой оси, ось там Запада, Соединенных Штатов Америки, Британии и Европейского континента. Это больше такая многополярная игра, и более того, если мы говорим, такая страна, как Турция, и Турция традиционно друг и партнер Украины, который отстаивает интересы Украины перед Российской Федерацией. И обратите внимание, что Путин, когда он общается с западными деятелями, он позволяет себе всякие фривольности, шуточки, прибудочки, сальные какие-то шуточки. Вот так, как, например, нравится, не нравится, терпимая красавица. А вот когда он проводит пресс-конференцию с Эрдоганом, он себе такого не позволяет. Знаете почему? Потому что Путин боится Эрдогана. Путин боится всех сильных, в чем-то авторитарных лидеров, коим, безусловно, является господин Эрдоган. Поэтому Россия и Путин лично пасуют перед Турцией. И поэтому ситуация неоднозначна, и я бы, конечно, рассматривал тут разные векторы. Главное, Украине, опять же, консолидировать вокруг себя реальную поддержку, а не только пиар-поддержку со стороны наших друзей Запада. Я чому поставив те запитання про цю, можливо, воно виглядало як спрощену біполярність світову. Частина експертів там пояснювали, що це надмірне, можливо, нагнітання, яке відбувалося в британських і американських медіа навколо України і навколо ймовірного вторгнення, навколо цих постійних там 80% готовності, 90% готовності. На сьогодні-завтра це відбудеться. Нам пояснювали це тим, що західним цим країнам, Британії і Сполученим Штатам, тепер зараз треба пояснити своїм громадянам, чому відбувається така швидка мілітаризація України і підтримка України, бо її не було 2014 року, коли відбулися фактично там захоплення Криму і частини Донецької, Луганської областей. І для того, щоб там сприймали, от там виборець має відчувати, що от загроза агресії не неминуча, от, і тому підтримка ця виправдана. Якщо ж ця підтримка виправдана, якщо, скажімо, західний виборець підготовлений до того, що Україну треба захищати від можливого нападу Російської Федерації, чи змінюється ця ситуація навколо України, яка була перед нагнітанням, коли Україна чула, що найближчі, там, можливо, 20 років не буде йтися мова про вступ України до НАТО. Тим більше, ми ж всі розуміли, що як на рівному місці з'явилися російські претензії про вступ України до НАТО, бо нам ніхто нічого не обіцяв, і це розширення якби виглядало як на рівному місці. Зараз, коли це роздбухували з обох боків, із західного, і з російського, що змінилося для України? Ви знаєте, для України не помінялося принципіально нічого, да, ми отримуємо поддержку со стороны наших партнеров Запада. Это очень важная поддержка. И, конечно, наши западные коллеги, они помогают оснастить украинскую армию. Но я бы все-таки не говорил о существенном сдвиге в вопросе вступления в Североатлантический альянс. На сегодня нет консенсуса в НАТО о приеме Украины, Грузии и Молдовы. Это нужно четко осознавать. Мы 3 года назад приняли решение для себя включить положение об интеграции не только в Европейский Союз, но и в НАТО, в Конституцию Украины. И мы, как законопослушные граждане, должны исполнять это положение, делать все, чтобы Украина вступила в Североатлантический альянс. У Молдовы в отношении этого другая позиция, несмотря на Приднестровье. Майя Санду заявила, что она будет концентрироваться на интеграции в Европейский Союз, а уже во вторую очередь в НАТО. Ну, только время покажет, какая стратегия, она более правильная и более эффективная, украинская, либо молдавская. Но очевидно, что мы должны двигаться
в рамках Конституции Украины и делать все, чтобы мы вступили в НАТО. Это положение уже пересмотрено не будет. Ни один президент не решится на пересмотр положения, поскольку в обществе, в украинском обществе сложился однозначный консенсус на фоне российской агрессии о том, что Украина должна интегрироваться в Европейский Союз и интегрироваться в НАТО. А, к сожалению, мы не слышим от наших партнеров однозначной реакции и однозначной позиции по вступлению Украины в НАТО. Но это на самом деле не важно. Нам необходимо тоже быть достаточно мудрыми геополитическими игроками и, настаивая на интеграцию Украины в НАТО, попутно получать свои бенефиты от Запада, который не будет готов пока присоединить Украину в НАТО. То есть вы не хотите нас присоединить в НАТО? Отлично. Тогда, пожалуйста, вы усильте нашу военную помощь, чтобы могли, соответственно, противостоять российскому агрессору. И так далее, и так далее. То есть мы можем в рамках этого большого торга для себя получить дополнительные бонусы от наших партнеров из НАТО, которым, по сути, нечего сказать. Нет ни одной причины, почему они принимают Украину в Североатлантический альянс. Если говорят о коррупции, то коррупция в балканских странах ничуть не меньше, чем в Украине, при этом они уже в НАТО. Здесь нужно четко говорить о том, что НАТО не хочет ссориться с Российской Федерацией, пока в России автократия, жесткая автократия, никакого расширения НАТО на территории там, бывшего Советского Союза речи быть не может. НАТО на это не пойдет. Но все равно нам нужно стараться, дорогу осилит идущие. И вот через, я думаю, что через 10-20 лет этот вопрос придет к своему логическому завершению. Но самое главное, хочу подчеркнуть, что Украина должна настаивать на возвращении временно оккупированных Российской Федерации территории отдельных районов Луганской и Донецкой области. И во вторую очередь обязательно настаивать на возвращении оккупированной аннексированной Российской Федерации украинского Крыма. Запад должен помочь в этом Украине. Конечно, вопрос с Крымом он более сложный. Украина обязательно себе вернет Крым, но это займет чуть дольше времени. На первом этапе необходимо вернуть временно оккупированные территории Луганской и Донецкой области. Это возможно, если Запад будет давить на Россию, а не настаивать на том, чтобы Украина имплементировала Минские соглашения, которые просто создадут опасную ситуацию для украинского государственного суверенитета. На это ни в коем случае нельзя идти, поэтому подытожу, необходимо, чтобы мы делали все, чтобы Запад поддерживал Украину реальными шагами, а не декларативными заявлениями.